То есть волновые техники, они такие интересные, то есть. Поэтому тест, экзамен будет простой. Берем нож-кочевник, открываем. И втыкаем вот в ту железячку. Вот. То есть дырок нет. Вот. Ну, посмотрим. Берем нож-кочевник или любой другой нож. И надо его воткнуть в железяку. То есть это экзамен. Экзамен ИВА. Все. Так, ну первая попытка не очень удачная. Так, сейчас попробуем побольше. Так, давайте. Так. Дырочка есть, но надо как-то надо поснавать, надо побольше энергии, волну схватить. Вторая дырочка есть, но, блин, надо как-то, надо все-таки как-то поосновательно так направить. Ну, давайте с другой стороны, я так еще не кидал. Ой, блин. Ну, кузнецы меня, конечно, за это убьют. Но это не та железка, она чуть потолще, но как бы ладно. Это было мимо, но... Да. Кизлял рулит. Блин. Ну, это нечестно, Диана. Ну, красиво воткнулся. Ну, что, чемпионка, что с ним взять-то? У них все так. Ладно. О, блин, опять красиво. Нет, ну это не честно. Все-таки у Дианы оно как-то все покрасивше получается. Шепчет? Да, да, конечно. Вот она. Все-таки левосторонняя она помощнее. Вот, конечно. Но правосторонняя тоже ничего, но более спортивный, конечно, вариант. Но это вот отсюда. Покажите. Вот это не спортивный вариант. Железяка такая, ничего. Ну, Диана сдала норматив. Но мы еще что-нибудь придумаем. Он какой-то слишком легкий оказался для чемпионок России. Ладно. Ну, короче, ножи-кочевники, они выдержали, а кончики все целы. Но не только в эту железяку, они еще и в стенд попадали в железный. В общем, зачет.